Российская исполнительница Алсу планирует отсудить деньги у экс-супруга за проданный ею пентхаус. У бывшего супруга Яна Абрамова певица Алсу планирует отсудить деньги за пентхаус в Лондоне, который сама продала около 10 лет назад. Российская певица Алсу решила отсудить деньги у бывшего мужа Яна Абрамова за пентхаус в Лондоне, проданный ею около 9 лет назад. Сообщается, что певица продала люксовые апартаменты за 8 миллионов фунтов. В настоящее время стоимость жилья оценивается в 15 миллионов фунтов. Деньги за проданные апартаменты она получила за границей Англии и намеревается забрать у экс-мужа всю сумму. Адвокат Яна Абрамова рассказал Шот, что жилье было продано в браке, и подобный способ получения денежных средств от продажи действительно существует. Он также добавил, что представителям артистки нужно будет вручить Абрамову иск в Великобритании. Только после этого суд в Лондоне сможет начать разбирать дело.